Приветствую вас. Я полагаю, что вы немножко ошиблись с названиями. Не кандил, а кандид. Значит, это препарат, мазь, да, как я понял, им лечатся женщины, у которых есть молочница. Вот. Ну, я как бы думаю, что вы ошиблись и написали кандил вместо кандид. Вот, чем вызвали, соответственно, недопонимание, потому что я, например, как психолог, да, я не очень разбираюсь в препаратах, ну вот. А, значит, смотрите, история какая. С одной стороны, вы пишете, что объяснение дочери вызовет у нее страх и чувство, что она изгой. Это получается, ваша дочь еще до конца не приняла факта своей болезни, хоть и лечится, да, но все равно относится, вероятно, к этому спокойно. Кстати, а что в этом плохого в том, что она относится к этому спокойно? Для меня тут, на самом деле, не совсем понятная история, вот, ну да ладно. Значит, дальше. С другой стороны, вы пишете, что не хотите, боитесь, что она от вас отдалится, и для вас это будет самое страшное. То есть тут есть у вас вот личная заинтересованность и страх. Страх, что она отдалится. Я думаю, что вам нужно принять решение для себя такое. Что вы делаете? То есть, вот, серьезно, что вы делаете? То есть, вы либо делаете для дочери своей что-то. Ну, то, что нужно. Вот. Либо вы делаете для себя то, что нужно. То есть такая история, чтобы довольны были все. Я имею в виду, чтобы были довольны и вы, и дочь. Вот. Но это маловероятно. Если честно, это маловероятно. Поэтому сделайте выбор, кто вам дороже, дочь или вы. Если дочь, предупредите ее об опасности, значит, пусть она испугается, пусть она подумает, что она изгой для начала, но, по крайней мере, она себя обезопасит. Если для вас важнее вы и ваши чувства, ваши желания, то в таком случае я полагаю, что вам не стоит ей ничего говорить, пусть приезжает, пусть сама решает, сама о себе заботится, сама о себе, как бы сама себя охраняет. В смысле, пусть сама беспокоится о своей безопасности. Это не ваша проблема, это не ваша задача. Вот, дочь ваша взрослая, пусть о себе заботится сама. Это, мне кажется, справедливо. Вот, ну, если вы позиционируете ее именно как взрослую, именно как независимую, именно как равного себе. Вот и все. То есть тут только так. В зависимости от ваших, в зависимости от ваших
приоритетов, и будет решение, в зависимости от ваших приоритетов, и будет ответ. То только так. По-другому не может быть, к сожалению. А может, к счастью. По-другому быть не может. Никак. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.